И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Crystal Island и все так же с модом Extinction Core. Но сегодня мы разберемся с этим долбанным стимпанком. Честно, хорошо, что я разбирался в основном за кадром. 90% за кадром. Установил генератор, все хорошо, все работает. И, кстати, смотрите, как его можно... Что можно дюпать в этом моде? Ой, да в этом моде много чего можно дюпать. Вот, ну, это, конечно, смешно. То есть ему всегда дают... седло. Вот, поэтому... Это одно, что самое смешное в этом плане. Установил предметы в целом. В интернете вообще тяжело разобраться вот с этим всем говном под названием стимпанк. Мод старый, как не знаю что. А нормальных обзоров на него нету. Единственное, что реально нашел на русскоязычном, по крайней мере, более-менее, там по каждому предмету по отдельности было, это родной брат, канал так и называется, родной брат, Чудик, и его всегда говорит родной братулька, вот, и как бы это единственное, где я нашел хоть какое-то адекватное объяснение тому, что, где, как работает и вообще какие предметы есть в целом. Так, начнем с того, кстати, ты так все еще до сих пор работаешь, запитал одним этим, и он до сих пор работает. Мультифор, штука прикольная, нужно ставить их много явно, потому что в некоторых случаях она намного лучше остальных работает и так далее. Расходы энергии меньше. Ой, энергии, господи, ресурсов. Так, также мне еще кукер. Почему мне нужно со стимпанка поработать? Чертова кибловарка. Я забыл, что в стимпанке есть халявные киблы. Как же ж ты... А, естественно же, у меня с этим. Опять капслок нал. Где же ты, где же ты, где же ты? Кто бы еще помнил бы? Так. Вот. Стимпот. Очень хорошая штука. Здесь мы с помощью нее создаем киблы. И не только. Кстати, вот это. Если не ошибаюсь, это и есть дробилка. Она пристыковывается к уже... Конечно, ты, собака, громко у меня по духу тут буробишь. Так, не в жопу. Задолбало. Вот эти вот звуки молнии прям бесит, когда не по духу. Она пристыковывается, собственно, уже к гриндеру. В общем, состряпаем его потом. Стоп, вот забыл. Вот, состряпаем его потом, так как на него пока что пофигу. Очень проблема сильно была со стимпанком, с S+. Он всегда цепляется по центру, к стенам и так далее. То есть он везде цепляется, но не устанавливается. Пришлось установить, как видите, каменное перекрытие, то есть обычное каменное перекрытие. Также что? Вот эта штука, холодос, орошается просто без подключения воды, то есть достаточно установить кран, и как бы он орошается, все работает, все замечательно. Установил также гидроплантер, то есть тоже вот он создает овощи, как говорится, а почему бы нет. Вот, только нужно делать фертилайз специальный с собой, о, rich soil называется. Это с помощью говна. Состряпал случайно их два штуки, поэтому бог с ним. Также там создаются цветочки. О, семки закончились. Вот, там создаются цветочки, которые хилят. Ну, бог с ним. Создаются и создаются, мне они пока что ни к чему. Но тоже есть смысл их поставить. Кстати, вот вполне адекватное место. Вот, если присмотреться, то у меня здесь стоят вот они, трубы. Давай их спрячем. Они так хорошо, аккуратненько влезли вдоль стены. То есть они прям аккуратненько, ровно по центру стены прячутся. И все хорошо. Вот с этим я говно мучился, очень много мучился.
И что самое тупое, ни в одном моде, то есть вот видите, он не орошается, ни в одном моде не было написано, ни в одном моде, господи, ни в одном видосе не было сказано, как его запустить. Везде был хоп, и таки перескакивает сразу же этот момент. И это самое было тупое. Но я сейчас расскажу, что это когда где. Киблы. Самое главное, что в этих киблах требуются любые, абсолютно любые яйца. То есть абсолютно любые яйца ты просто переделываешь в вареное яйцо и, собственно, с помощью него делаешь киблы. И отсюда распаковывается 5 нужных киблов. То есть ты оглушаешь Диноса, закидываешь туда эту сумку, распечатываешь в нем, и она распечатывает сразу же нужные киблы, которые именно для этого Диноса нужны. Как вы поняли, для альфа-чая это очень и очень нужно. Так что это прям must-have для меня штука. Теперь, как эту штуку запустить? Работа на от пара. Пар появляется из воды. Здесь оказалось все легче легкого. То есть запускаем воду. Видите, все еще не орошается. Сотка воды. Создается пар. Я вот так сказал, очень долго создается пар. Ну вот, как видите, не орошается. Ничего еще не запущено. Только создается пар. И сразу же запускается вода. О, господи. Генератор. И только запускается генератор, она чудотворным способом начинает орошаться. Прекрасно видели. Ничего не орошалось. Только запустился генератор, и сразу чудотворным способом начала орошаться. Закинем обратно пар на место. Специально его убрал, чтобы он случайно его не запустил. Все! После этого она будет всегда орошаться, и проблем с этим не будет. Вот такая вот тупость. То есть генератор теперь всегда работает. Намучился я, конечно, с ним. С полчасика я попытался, повозился, что как где-где. Создается нефть. Говно, протухшее мясо, кожа. Именно поэтому у меня стоит айтем-коллектор, который собирает говно. И я... Короче, не думал, что вот те трупы, которые в болоте были, из которых лутаешь говно, они будут очень полезны. Без шуток. Дальше, что у нас здесь? Ну, здесь ничего серьезного, то есть все то же самое. Единственное, что я создал вот этот шкаф под вот эти предметы. Во-первых, 500 слотов, во-вторых, выглядит более адекватно. Ну и здесь все то же самое. Так, отсюда я ресурсы все забрал. Ну и поставил светильники. Светильники я установил наверху. Стимпанковские, чтобы... То есть вот, светильники, они всегда работают. Работают они на низком уровне освещения. То есть здесь 3 светильника. Они освещают всегда, но ночью, во-первых, это не так ярко. Во-вторых, видно все. Установил именно на этаж выше, чтобы вот здесь тоже все хорошо освещалось. Потому что установил сначала на этих потолках. Она здесь, ну, такое себе. Там у нее конус такой под большим углом. Здесь уже получше. Здесь вообще был огонь. То есть на ненужном этаже у меня освещение было лучше. Хорошо был этаж выше. Я установил его там. Теперь, что касаемо... здесь. То есть вот они, планты. Собственно, они используются, то есть вот эти красные, если не ошибаюсь, они выращиваются и вот в эти горшки садятся. И удобрение, кстати, да, хорошее удобрение из них переделывается. Ну, кстати, это удобрение, ну, как бы, да, возни много с ним, но есть в нем смысл, скажем так, но вот с этим смысла нету. Вот, ну а цветочки, насколько я знаю, красный он хиляет, а вот это я не знаю, что дает. Ну, опять-таки же тоже в моде об этом, точнее в видосах об этом было сказано, и как бы с этим проблем нету. Вот от этой штуки вообще смысла нету, так как есть мультифорж, то есть вот мы меняем, то есть он ставит одно, второе, третье. У меня была проблема, в первую очередь, у меня не заходил в инвентарь, то есть у меня просто было 4 этих, и как я понял, это было из-за проблем с потолками. То есть он как-то углублялся вниз, и у меня туда просто-напросто не заходило в инвентарь. В общем, короче, тупость еще та редкостная. Пластины делаются, то есть здесь вообще все делается очень быстро. То есть вот, видите, пошло делаться прям махом, хлоп-хлоп-хлоп, все прям замечательно сразу же. Глаз панели делаются тоже махом.
очень долго делается, кожа тоже делается быстро, очень долго делается уголь. И вот для угля эта вообще штука не канает вообще никак. Забирает один и создает, если не ошибаюсь, три. Вот. Здесь забирает два. Слушай, создает сколько, я уже не помню. Ну-ка, давай сейчас глянем. Так, мне нужно с селитром. Сейчас глянем в одной печке и во второй печке. То есть вот. Зажигаем. Вот. То есть он создает... требует два дерева. И создает 4. То есть с одного древесины он создает 2 угля. Здесь также закидываем. Раз, два. Включаем. Точно так же. С одной древесины 2 угля. Здесь же эта собака с одной древесины. То есть вот он. Что у нас? Один вот сожрал. Да, по одному же дохаваешь дерево, да. Хавает по одному, но появляется 3 угля. То есть он дюпает один уголь дополнительный. Поэтому, ну вот увы, придется в нем и создавать все это дело, как ни крути. То есть нужно будет очень много этих ставить печек, потому что другого варианта просто-напросто нету. Так, подготавливаемся к следующему видео. В следующих видосах пойдем... томить альфачей. Я думаю, уже с этим проблем не будет. Тем более с киблами проблем не будет. Останавливало меня все это дело только отсутствие киблов, как бы это странно ни звучало. Вот, ну сейчас, как видите, редкие грибы, редкие цветы, все это дело лутается прям вот на раз-два. Жирное мясо сделается без проблем, остается только яйца. С яйцами проблем нету, если я не ошибаюсь, то... любые подходят яйца, значит что? Правильно, делаем обычную, стандартную, дефолтную, как я люблю это делать, куриную ферму. Курятник, клевый курятник будет. Вот такие вот дела. Здесь с этим потом тоже разберемся. То есть, по сути, кристалл, металл, камень, из камня кремень. Мне только нужно будет добывать дерево. Дерево это солома, солома это волокно. Это в переработчике переделывается. То есть из основных ресурсов мне нужно будет только хитин, кератин, шкура и дерево. Все, что мне нужно будет лутать. Все остальное добывается, то есть, ну, вот эти два ресурса мне нужны. Ну, жемчуга, да, понятное дело тоже. Вот, все остальное, ну, еще обсидиан. Да, то есть из основных, то есть, пожалуй, только вот жемчуг, хитин, кератин. Но опять-таки, хитин, кератин я вот сгонял, три богомола завалил. Три богомола и одну ортоплевру, три с лишним тысячи хитина и... О, 1600 органического полимера. То есть, прям вот так вот, с помощью бензопилы, естественно. Так, курятник, значит, да? Самка, самца и все в таком духе. Не знаю, про мачовских притомить проканает или не проканает, это тоже дело такое непонятное. Конечно, здесь можно сделать, попробовать курятник из этого дела. Ну а чё, пускай они тусуются, но... Ладно, пока с этим заморачиваться не буду, где именно делать курятник. Сделаем вот здесь что в уголочке. Потом, да, как вариант, наверх перенесу, но для этого нужно будет строить какую-никакую площадку. Для курятника мы делаем вот примерно вот это вот мне нужно. Да, в инвентаре это все есть. Ну, то есть как бы дошки, все дела, то есть без проблем. Кстати, да, я заделал отверстие здесь и там сбоку, потому что, ну, во-первых, я бы станками бы заставил. То есть под обычные станки
вообще проблем бы с этим не было. То есть под что мы уже, скажем так, все привыкли. То есть обычные станки и как бы... Да ёпт, вы же за ногу, чтобы тебе тварь калась. Вот. Они много места и не занимают. Но вот станки от стимпанка занимают место довольно-таки некислым. Этого, по идее, должно хватить, чтобы додошки уже не сдриснули с моей территории. Так, это все выкидываем. Это нафиг не нужно. Додохи. Для их томления... Овощи взять, конечно, лучше. Это, по крайней мере, будет быстро. И, соответственно, ищем мелких левлов. Для чего мелкие левла? Ну, чтобы они, естественно, быстрее томились. Кстати, единороги. Суются еще. Хо-хо, и то суются. Обязательно надо будет за ними сходить. Обязательно. О, как их много-то. Так, по левлам. Только что. Правильно. Не, давай дистанция. И, соответственно, ой, томим самца и куча самок. Для этого, так, ну вот, как раз эта пика, самое оно будет. Ладно, попробуем сейчас вот эту пику. Она должна, по идее, не сильно урона внести. Ну, в смысле, не так, что убьет. Вот, скажем так, если совсем по-простому. Взял обычного птера, чтобы было. Именно обычный птер. Он точно хватает динусов. Я не знаю, альфач хватает, не хватает. Но это, по крайней мере, точно уже хватает. С этим проблем не должно быть. Да ёб твою ж за ногу. Типичная проблема. Раньше времени запустил. Да ты за край зацепился. О, фу, слава богу. На воду упал. О, не в воду упало. Так, теперь. Завалил. 108 урона. Окей. Надо было сначала проверить урончик. Прежде чем тащить на базу, надо было сначала проверить урон. Так. Во. Во. Надо дубину сделать. Надо сделать дубину. Вот это точно мне поможет. Потому что я боюсь, я сейчас опять завалю. Конечно, пика это штука хорошая. Но не для таких целей. Ублюдочный, мать твою, за ногу, чертов долбанный, сраный эсплюсовский мод. Когда ты сидишь на Дином, вот эта фигня не работает. Погнали. Вроде как тихо, спокойно. Никого здесь нету. О, 20 левел. Почти угадал. И снова почти угадал. Ах ты ж... Дурной. Базовый... Ну, базовый овощ. Так. Я чего-то не знаю. Отлично. А почему базовый овощ не хотел хаваться? Ну, бог с ним. Я не против. Так. Погнали дальше. М20. Вот это я, конечно, сейчас такое придумал-то. Прям.
А почему я тебя поднять не могу? Раньше же можно было поднимать тебя. Действие. Вот это, короче, что-то какая-то фигня непонятная. Ну ладненько. Походу других вариантов-то и нету. Перетаскиваем вручную, благо недалеко. Надо сначала притаскивать на базу, потом кормить их. Так быстрее будет. О, с одной ягодки не это. Не это, не того. Прикольно. 20 левел с одной ягодки, этот не хочет с одной ягодки. Ну да, а почему у базового овощ не канает? Надо такая мажабырку взять. По идее, мажабырка же лучше. Для них. А, мажабырки 2. А, да не, ягодки все, они плюс-минус одинаковые. Но лучше все-таки, думаю, ну, кроме стимбры, как обычно. Думаю, все-таки лучше мажабырку взять. Потихоньку заполняю. Но мне, как я уже сказал, нужно будет их обязательно больше. Так, и вот так. Надо будет вот это тоже все сделать обязательно в шкафчике. Но для этого нужно будет их запитать. Ну, то есть сделать адекватные эти, в которых ничего портиться не будет. Адекватные балк шкафчики. И уже запитав их... О, кстати, давай, пока ночь. Так, чё? А, во. Нормально переключился на яркость. То есть вот. Вполне нормальное освещение. То есть очень даже удобно. Здесь прям тоже нормас. Здесь тоже нормас. Это, кстати, еще не дефолтная гамма. Вот она, дефолтная гамма. Я чуть потемнее днем делаю. Нормально освещает 3 лампы прям вообще за глаза с запасом. Потом еще здесь сделаю освещение и тоже будет все. Огонь. Ну, а пока погнали дальше. О, кстати, сотый левел. Ну-ка. 53%. Ну, то есть тоже как бы мажабырки, кстати. Да, вот 3 мажабыри, а других ягод по 5. Все-таки, как я и сказал, мажабырки... Ну, мажабырки всегда не лучше, когда, ну, для травоядных, нежели другие ягоды. Ну, тоже вот, опять-таки же, быстро, легко. Они быстро передумывают, ну, то есть быстро хотят кисть. Так что с этим у них проблем нету. Единственное, что опять приручил, вместо того, чтобы сначала притащить, а потом приручить. Ну, ладно, когда один, это не сильная проблема. Вот, как там затупил, двоих сразу же приручил, это, конечно, да. Ну, хотя можно... Можно телепортом их отправлять. Отсвистывать и телепортом отправлять. Ха! А ведь точно! Вот это я сейчас нифига себе... Так, ну вот, к примеру. 41%. Нифига себе, ты что, жрать что ли, типа, так хочешь? Ты хочешь выпидривать, типа? Мне нужно много кормить. Тут лучше на всякий случай приглядывать. Это все-таки пустыня в первую очередь. Это потом уже тут дошки тусуются. Надо же чем-то их кормить. Так. Отсвистываем. И домой. Не, ну так явно быстрее. Погнали. Ну, если правильно сосчитал, то вроде бы 12. Чутка перестал, собирался 10 самых сделать, но пофигу. Самое главное, что у них вот сердечко появилось, и все хорошо. Стрелочка это от Альфача, как вы уже прекрасно видели. И давай посмотрим. Серить-то они уже серят, это понятное дело. Давай посмотрим яйца. 2 яичка есть. Почему дудошки? Потому что они, у них, если не ошибаюсь, 30% шанс вместо того, чтобы посрать, вынести яйцо. Как бы это ни звучало, да что ж ты, долбанный статор. Как бы это ни звучало, но это так оно есть. И от этого никуда не денешься. Так, давай посмотрим. Хоп! Да.
Единственное, что нужно тебя как-то запустить. Find Coil, отлично. Запускаешься ты только... Во. Вроде язык не должен был переключать. А, ладно, пофигу. А, где у меня... вот, Coil. И, кстати, да, давай сюда лишнее скинем. Вот это, вот это сюда. Это выкинуть. Так. Во. Отлично. Готовится. Готовится. Все просто замечательно. Ага. Вот. Вот как у меня язык переключается. Я даже сам этого не замечаю, как у меня язык переключается. Ну и, собственно, да, вот сюда эти самые яйца как раз они и бабахаются. Очень даже замечательно. А, единственное, что можно попробовать сделать им блуждание, чтобы они спаривались. И, как вариант, попробовать именно... Ой, задолбаюсь я, конечно, с этим их потом их ловить. Лучше пока не буду. Вот, видите, яйца накидывают, просто дай боже. А мне их нужно дофига. А, то есть, учитывая такое количество киблов и отсутствие заморочки с ними, я думаю, можно спокойно томить любых альфачей, каких только захочу. В этом плане можно себя не ограничивать. Вот, также с грудницом, к примеру, кстати, можно делать не так. Вот так, вот это вот выкидываем. Сам подберет. Можно сделать вот так. Хоп, item коллектор. И вот сюда так. Хобана, хобана. И все, вот он, говнецо, накидал на вентилятор. И пошло переделывать сразу же fertilizing oil. Только вот яйца скидывает сюда. Ну, это пофигу, то есть он свое заберет. Так что... пофигу на это дело. Единственное, что волокна у меня нету нифига. И это, пожалуй, самое смешное. Реально, у меня опять нету волокна. Я не знаю. Кстати, да, вы видели, когда-нибудь поломанное говно? Вот и я. Недавно только увидел. В общем, бабахает. Это закидываем сюда, здесь закидываем семки. Здесь единственное, что семки вот закончились, и они почему-то... Точнее, закончилось удобрение, и семки почему-то исчезли. Тоже непонятно почему. Пускай еще делается. Вот, как видите, этого у меня полно. Редкие цветы нужно будет сгонять, собрать. А медведь? Случаем у меня не появился. Или мне придется обычного медведя томить. Ну, во-первых, он волокно собирает. Хотя, зачем мне обычного медведя? Вот Дайрвуд! Где медведь? Мне нужен медведь. Ну, слушайте, может, я что-то не вижу? Ну вот. Вот, начинаем с альфа. И здесь просто нету медведя. Мамонт. Ха, интересно. Просто по идее они же тоже должны собирать ресурсы. Я надеюсь. И то есть в этом двойной смысл томления. Но опять-таки же вот нету медведя. Почему нету медведя? Я хочу притомить медведя. Медведя нету. Козлы. Козлы. Ну и вот, и нету его. Пу-пу-пу-пу-пум. Так, а если сделать... Как он пишется, да, вот так вот. А, я не помню, как он... Вроде бы так пишется, Дарбир. Вот такая вот задница непонятная. Слушай, может он где-то в другом списке? Типа... как-нибудь... Нет? Ну, я попытался.
Да, здесь много каких мобов добавляет это дело. Этот мод прям очень много мобов добавляет. Не, ну может он... не, ну это же простые альфачи. Да, это простые альфачи. Слушай, а если медведь, да, допустим. Так, а как он по-русски назывался? Ну, лютоволк-то по... Оу. А хотите прикол? Даже обычных медведей нету. Это... Нифига себе. Здесь в целом медведей нету. Этот сезон у меня какой-то вообще веселый. Белых медведей тоже нету. Седла нету. Медведей нету. Причем вообще в целом на карте нету. Самое что прикольное. Нету. Во. То есть я подумал для манекена сделать этот, но скребка нету. А вот этих пьедесталов тоже в целом нету. Причем в списке в целом нету. И вот тут я, конечно, в осадок немножечко упал. Думаю, какого фига? То есть прям очень много чего нету. То, что обычно есть. Цементная паста. А она изучается? О, что-то я так давно уже ничего не изучал сам, что я уже забыл, что цементная паста изучается. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас здесь. Во, 6 яичек. А 6 яичек, между прочим. Ой, 6, 9. 12 часов ночи делают свое дело. Это у меня получается что? Я могу сделать один пакет киблов. А значит что? Значит, в следующей серии можно спокойно идти и томить какого-нибудь альфача. Хотя нет, лучше сделать два пакета на всякий случай. Ну, чтобы киблов было все-таки побольше. Не 5. Надо будет цветочков тогда еще собрать. Ну-ка. Да, во. Все, сразу же готовится. Сразу же отличненько все. Просто замечательно. Вот такие вот дела. Вот такой вот курятник. И стимпанк, как говорится, творит чудеса. Да, их, наверное, туда все-таки наверх закину. Кдах-то они здесь будут прям бесить меня, наверное. Но что поделаешь. Нужно будет мультифорши еще сделать. Кстати, а нефтяха. Ну-ка, давай одну штучку. Ой, так долго. Еще и начали все делаться. Не, мы это еще не скоро узнаем. Да, точно. От стимпанка же еще остается мне сделать два, по идее, предмета. Это гриндер. На него вот ресурсов, как видите, сколько нужно. Дрель ручную надо сделать. Вот. О! Отлично. Дрель могу сделать. У меня ж на нее кожи не хватало. И я посмотрел просто, как она добывает. Она с металлической... Короче, сейчас покажу. И остается еще... И остается еще вот это вот сделать. Тоже следует металл, цементная паста. Очень не хватает цементной пасты. А чем ты заряжаешься? Refine Oil, естественно. Но штука, конечно, бомбезная. Выглядит просто огонь. И погнали, покажу, в чем у нее прикол. Так. Так, ты разрядился, зарядился. Не каждый кристалл просто нужно добыть. Во! Медали? Руж Даймон.
То есть мне не нужно его создавать. Я просто добываю Rose Diamond. Куча кремня тоже могу добыть, если нужно. Но я хотел по металлу кое-что другое показать. Да, это солома. Конечно, прикольно. Это просто по факту сверло, короче. Причем сверло по бетону. С победитовой. Ну, не такая уж победитовая, просто тупо насадка. Причем плюс-минус сменная. Здесь бы металл найти, но я вроде бы здесь его не найду. Он в другом месте должен быть. Так, вот металл. И... Копер. Металл, камень, кремень, копер. Вот такие вот дела. То есть мы вместо того, чтобы перерабатывать, можем добывать копер в больших объемах. И это прям очень сильно помогает. Прям безумно сильно помогает. Прям без шуток. Потому что создавать его — это тоже время и так далее. И в целом я раньше об этом не знал. Я узнал только при просмотре модов. Такая вот фигня. Очень много копера добывается, прям в промышленных масштабах, что очень, прям, я доволен, учитывая, сколько мне его надо будет. Ху-ху! Жуть. Вот такие вот, народ, дела. Ну, а я что? А я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.